Давай. Ребрик на месте. Александр Алексеевич, вы извините, я когда-то называл вас свадебным генералом. Да есть хорошее понятие «свадебный генерал». Это значит, что человек с огромным авторитетом приглашается в компанию, ну, назовем, простых людей. Вот это, в этом плане, да, вы свадебный генерал. Ну, а по должности вы тоже генерал. Вы все-таки этот, до сих пор с тоской вспоминаю ваш журнал. Вот, «Вестник садовода». Вот это журнал, самый красивый журнал в России. Вот, весь мир с вами я объездил. И благодаря вам весь мир побывал в моем саду. Десятки, 10, 20, то есть я не считал публикаций. Ой, вспоминать буду даже на том свете, честное слово. Вот, удалось высказаться. Ну, а то, что нашлась там одна авторитетная дама, сказала, что слово применила даже не бред, нет, она применила слово дичь. Железо несет дичь. Было? Было. Вот. Ну, поехали. Олег Тяжелов, добрый день. Арсен, привет. Жамалдинов, здоровья, удачи. Колесников, в Казани по-прежнему жара. Кино мы с вами сделали, кажется. Так, коробка неукрытая, домик для мышей. Вот я люблю, когда мужа... Главное, чтобы со мной не соглашались. Вот это главное, иначе не получится никакой учебы. Снег продает, провалится, ветки сломает. Ну, есть такое дело. Коробка, есть коробка, но... Знаете как, берем эту же коробку, я не собирался ее укрывать, поэтому, снегом, поэтому у меня не было это, шансов продавить снег, но когда я, допустим, спасал более крупное от мороза, несколько персиков, вы, может, видели, я с одной стороны, там, довольно крупного саженца, положил на бок, значит, с одной стороны, три, эти, полметровые вбил, колья, самое простое, с другой стороны колья, а на колья положил эту самую тряпку под названием стеклоткань, вот, и уже никакой снег, я хоть и не сыпал, сверху снег не сыпал, но уже продавить невозможно, то же самое можно в начале колья, на колья надеть коробку, так что это не главное, и если кто видел мои зимние фильмы, вспоминаем. Я приподнимал коробку и показывал нетронутую. Но так получилось, что у меня не тронули мыши в этом году ни одного зернышка. Я был удивлен. Вот, то есть отравленное зерно было под каждой коробкой. Так что, Александр, домик для мышей я не сделал. И ни одна веточка, не то что саженец, ни одна следов зубов не было. А укрывало порядка двух десятков саженцев. Так что я оправдался перед вами, надеюсь. Наталья Дьякова, добрый день. Бухтияров, господи, Леонид, ну хоть бы пропустили ради этого разнообразия, хоть бы один вебинар. Так, брат, привет. Александр, тоже черенки в холодильнике подвое не проснулись. Некоторые отбивают снизу новый побег. Ну, честно говоря, я не совсем понял. Тоже черенки в холодильнике, подвое не проснулись. А, ну то есть плевать не могли, потому что подвое мертвые, так? Дальше. А, некоторые отбивают снизу, то есть из земли, видимо, новые побеги пошли. Это еще год потерянный. Все правильно, Александр. Морозобоины в развилках скелетных сучков. Коварное явление. Весной незначительное очаговое поражение коры в самом незаметном месте обычно не позволяет при решительном действии удалить все сразу. По теме мнения преподсельхозвуза Урала и питомниковода. Так. Так. По теме
мнение препода. Видимо, это не вы, видимо, процитировали препода сельхозвуза, да? Мордобойная развилка – коварное явление. Весной незначительное очаговое поражение в самом незаметном месте обычно не позволяет принять решительное действие и удалить все сразу. Но я не знаю, я бы такую бы фразу бы не принял бы, не стал бы говорить вообще. Для меня морозобоины – это, как правило, в открытых местах достаточно. Или если побег вертикальный, а потом и так расходится, вот это получается самое слабое место. Вот тут действительно, здесь получается как бы снег, мороз плюс снег плюс урожай, их вот так вот делает, и у них получается ткани растягиваются, а значит клетки слабеют, и между ними появляются микротрещины. Вот что есть, то есть. Я так потерял два этих самых, два шикарных дерева, взрослых, мощных дерева, именно вишен. Это моя привычка, не вмешиваться в жизнь дерева. Такое случается. Вот, но вас я этому не учу. Так, теперь будем считать, что... А дальше не знаю, как комментировать Александра. Так, приветствую, Семен, наш человек. Я, говорит, Дармат, узнавал, там нет маточного сада. Перья продавцы типичные. Так это понятно, это можно догадаться, даже если туда не звонить. Но я все же прошу, Семен, может вас, может кого-то из пока неизвестных мне, все равно 1500 человек посмотрит за этот ролик, или как он называется, вебинар. Вот, я все-таки, чтобы кто-то позвонил туда и сказал, вот пусть они ответят на так, чтобы человек записал, чтобы это стало истиной последней инстанции. Как они будут врать, как они будут изворачиваться, когда их спросят, почему вы говорите, что саженцы с этого, с Сибири, где в Сибири? Где в Сибири у вас растут персики? Где у вас в Сибири растут черешни? Где в Сибири у вас растут нектарины? И как они будут отвечать? Они же на дураков рассчитывают. Так, сейчас что-то у меня... у меня включен этот самый... Сейчас прошу, минутка буквально. У меня включен кондиционер, и я уже начал простужаться. Сейчас, секунду, я выключу. Так, идем мы дальше. Идем мы дальше. Вот кто бы Газармат записал бы их. Мой голос они знают. 10 лет назад уже был скандал. Смотрите. Всем здравия. Полностью правда, Валерий Константинович. Купить сейчас настоящую Антоновку, белый налив, ранетку красную, ранетку желтую, московскую шоку уже промыл. Да просто невозможно. Вот у меня все сразу. Валерий Константинович, ты хвастался, что ты самый знающий, что ты как паук в центре паутины. У тебя связи, у тебя тысячи писем, у тебя этот уникальный, единственный на планете, этот самый архив. Скажи, пожалуйста, кому сейчас обратиться, чтобы мне прислал белый налив? Железный Сергей не занимается белым наливом. И что, где? Вообще получается негде. Везде обманут. Антонов тоже. Ранетку, ранетку. Где? Ведь ранетка, чтобы была... Ее нельзя из сена сворачивать. У нас целый сад огромный возле новой Енисейки. Вся ранетка превратилась в дикарей чистейших. Не погибла, нет. Это же ранетка. Она была сенцевая. Кто в нашей стране прививает ранетку, чтобы ранетка сохранила качество ранетки? Не вот такие вот, а вот такие, как она есть от природы, чтобы вот такую не вырастить, не увеличивать, не селекцией заниматься, а сохранить вот это. Но она вкуснейшая. Спросите у Крудивого, каким уважением он относится к ранеткам, а? Миллионы саженцев. Миллионы, 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 миллиарды денег потрачено. Ранетку где взять? Фу. Проблематично. Невозможно.
У меня степной Алтай, персики под снегом перезимовали так. Один нормально, второй нет. Теперь буду укрывать деревянной коробкой по типу укрытия винограда. Нормально, Семен. Так, смотритель. Кто не знает Александра Смотрителя, я его хорошо знаю. Это Александр Николаевич Песоцкий из Йошкар-Олы. Из ваших яблонь максимальное выживание по яблоням, это Жигулевская, 40 градусов зиму переживает. И самое главное, для этого года 18 дней заморозков, цветки целые, яблони цвела, зависть есть. Это отличный сорт для повоза. Александр Николаевич, вам цены нет. Я не думаю, что это сказки. Я вас не подговаривал. Я даже удивлен, что вы здесь с нами. Вы не каждый вебинар здесь бываете. Вот. А яблоня Жигулевская, я вам скажу так. Вот меня, ну, я люблю поговорить, тем более совсем мало осталось поговорить. И я хочу сказать, сколько я говорил про эту, про Байкову Галину Николаевну. Вот где она у меня тут? Это ее Жигулевская. Это она его районировала. Покажу фотографию, лишний раз поклониться уникальному человеку. Ну почему? Ладно, мы-то, как говорится, это лаптем хлебаем. Но ученых-то можно было оценить по достоинству. Ну почему нет? Вот она. Вот она, это фотография 12 лет назад было сделано, в моем саду. Вот она, уникальный человек. У нее вся грудь должна быть в орденах. Для кого нужны эти государственные премии проще? Это уникальный человек, это подвижник. И это она. Я приехал к ней марте, в апреле. Ее муж Александр, он же ее помощник, он же ее сотрудник, спустился в погреб, достал оттуда вот такое. Это, помните вы меня? А кто это, на меня обижаться? Кто мне говорил? Давайте всю историю каждого сорта. Получайте. История это самая Жигулевского. Я называю король сада. Урожай до 50 ведер. Итак, я не шучу. Я Богом клянусь. Итак, значит, вот такой веник достает, а мне надо было сад на острове садить. Я вот, это, говорит, лучшее, что у меня есть. И этот веник, я запомнил, что он его, там, видать, какие-то, ну, где-то вода была близко, грунтовая вода. И часть погреба замерзла. Он этот веник, ну веник, в смысле, пучок веток таких полуметровых, я за них заплатил, как сказали, он его вырубил топором, то есть вырубил, продавать-то надо. И я взял его прямо во льду, замороженный. Вот. И когда я привил, у меня только Жигулевских было. 500 деревьев пошло с сибирками, дикими ранетками, ну так образно. То есть оккультуренная дичайшая ранетка, оккультуренные сибирки, это то, на что я плевал. Вот, совместимость стопроцентная. 500 деревьев вырастил, фотографии есть. Я продавал тогда этими, один год самый лучший, потом пожар, потом мотоциклисты, потом сожгли. Вот. А на тот момент, значит, у меня деревья давали, не все, они не все вступили в плодоношение, но сотни две, они давали 20-30 ведер. Я двух деревьев набивал полную девятку, вывозил на продажу, вот, с острова. И вот тогда я понял цену этим жигулевским, вот. И с тех пор, и до сих пор, это лучший сорт всех времен и народов, сибирских народов, подчеркиваю. Вот, как нас и называют, ханты-мансийцы или это самое, или это долганов, немцев, или русских этих казаков. Все мы должны поклониться, или поклониться Байковой Галине Николаевне и поклониться этому сорту. Вот. И вдруг, я никогда ничего не подговариваю, никогда ничего не делаю другого, и вдруг получается следующее. Вдруг Александр Смотритель пишет из ваших яблонь. Это яблонь Жигулевская, минус 40 переживает, 18 дней заморозков, цветки целые, яблоня плодоносит, завязи есть, это отличный сорт. А когда об этом узнает? Нет, не Путин. Сейчас, ну так случилось, я же не собирался
Даже и близко показывать того же этого Путина. Где у меня тут это? Ага. Где у меня железовый брат? Сейчас. Где у меня? Ну как-то вот выскакивало же, где Путин это призвал. Путин призвал. И если бы я помог москвичам, Путину, академии все, я громко говорю, наглую говорю, вот, я действительно мог им всем помочь. А так, опять понакупят на этих, на дебильных, по этих клановых подвоях, а? Так же будет. И ни хрена не будет. И будем покупать втридорога отравленное. Все, продолжаем. А то я уже это, разволновался, видели? Как я разволновался. Вот. Как я туда выскочил из этого? Теперь мне туда попасть надо. Так бывает, разволновался, выскочил. Сейчас и снова туда попаду. И будем продолжать. Тема важнейшая. Ну почему я не разволновался, видели? Как я разволновался? Вот. И почему нас мало, и почему нас нет, это не миллионы. Ой, елки-палки. Идем дальше. Спасибо, Александр Николаевич. Спасибо вот за это самое. Вот. Шутка ли, перезимовать вот это, перенести эти заморозки. По всей стране одни сплошные убытки. А у вас Жигулевская хоть бы хны. Сергей Лесосибирск, у меня саженцы железова. Ой, Лесосибирск, да, сер, я даже боюсь читать. У меня саженцы железного, абрикос Академик Серафим. Зиму минус 53 выдержали, спасибо снегу, который в начале декабря дождем смыл. Ё. Ну вот понимаете, это, Сергей, я даже не знаю на данный момент, кто вы, где вы. Лесосибирск, это севернее Красноярска, правильно? Минус 53, правильно? Ну, елки-палки, когда же это случится такое, что этим феноменами заинтересуется наука? Я же из-за этого, ведь без науки мы пропадем. Да, вы на Алтае, помните фильм? Помните, сколько там, несколько сотен саженцев вырастило на продажу? Персики, абрикосы, железовские. Ну, для этого лет 500, 1000 надо такими темпами. Александр. Жаль, вот теперь они выдерживают совсем. А кто бы спорил? Берем этим количеством. Все, точка. Сергей, у меня прекрасно выдержали, и вот теперь заморозки. Так, Сергей, это который Лесосибирск. Ну что, здорово. С плюсов на минус 40 за ночь не потянули манжурцы. Ну, еще раз говорю. Значит, не потянули, значит, в следующий раз потянут. Смотритель. Берите абрикос Артем, наиболее живучее дерево вообще всего, что садил в Марийской Республике. За 8 лет, то теплее, морозы за 40, деревья пока живые, пока. Ну, 8 лет это немало. Александр, тоже ведь один из 100. Ну, пессимисты нам тоже нужны. Наталья, здравствуйте, расскажите про муравьев. Они не вредны, я мульчирую, это нормально. Тут же муравейники в огромном количестве. Вместе с кротами, тлей. Так, значит, я сейчас про муравьев ничего говорить не буду, кроме одного. Оставьте их в покое. Вот, хотите бороться с муравьями? Я ненавижу муравьев, они залазят мне на стол и едят хлеб. Вот. Ну там, еще раз, хотите там переката, тяпайте, разрушайте. Я не лезу в это, я не понимаю. В грядки я не лезу. В саду оставьте их в покое. Вот, просто выращивайте такое количество деревьев, чтобы всем еды хватило. Это мой принцип. Как видите, я не обманулся. Так. Александр, смотрите. Манжурцы слишком дикие. Маленькие приспособления к другим местам. 2 из 500. 2 из 500. Так. Наталья, у меня 30 соток. Деревенский надел. В один год насчитал 300 муравейников. Ну, до 300 вряд ли вы считали. Будем считать, что у вас сотни муравейников. Не бороться? Смотря, еще раз, смотря, с чем бороться. Они у вас вредят кому? Овощам? Вопрос не ко мне. К овощеводам. Что делать? Если это у вас, например, деревья, вот,
300 муравейников не может быть, допустим, если бы, ну, то давайте к статистике. Допустим, у вас 300 деревьев. Это немало. Вот. 30 соток, давайте считать так. Ну, все, я серьезно отношусь к вашему вопросу. Итак, одна сотка – это порядка 10 деревьев. Так, 30 соток – это порядка 300 деревьев. И у вас, если серьезно к вам отнестись, 300 муравейников. Уже не вяжется. Итак, 300 деревьев и 300 муравейников. Значит, один муравейник, если это сад, он должен питаться с одного дерева. Нет, они сдохнут с голоду. Не получается. По моим расчетам, если сад взрослый, ну, на 10 деревьев. Ну, преувеличили явно. У вас может быть 30 и 60. Тогда, да и у вас наверняка нет 300 еще взрослых деревьев, правильно? А 300 муравейников не может быть, потому что им питаться будет нечем. Или они маленькие. Такие маленькие. Вот. Я в таких случаях, сколько их есть, огораживаю колями, чтобы их не тронули. С этого момента у меня нет проблем с деревьями вообще. Тля есть, кто бы с ним спорил. Есть тля, которая никогда не прикасается к моим абрикосам, вот, к грушам, вот, к сливам этим самым, венгеркам. Их просто нету на этих деревьях. А там, где их привычные деревья, ну, яблоня, ну, слива ренклоды, допустим. Вот в основном это. Тут никуда не деться, тут приходит. А, или и абрикосы могут быть, и груши, если они искалечены. Тогда на них будут тля сидеть. Вот. И здесь что угодно делайте, уничтожьте муравейники, отлив приносит тля с крыльями. Об этом не знают те, которым нужно что? Нужно проклясть муравьев. Нужно добиться того, чтобы вы купили у них муравьед, купили у них яды, яды, яды. Им нужно проклясть муравьев. А они не знают, что если даже не будет ни одного муравейника, вот, допустим, у вас их 300, ну пусть мелких, допустим, и вы все 300 уничтожили. Тли от этого меньше не станет. Тлей определяется только иммунитет дерева. Если дерево ослабело, а таких большинство. Вот смотрите, купили люди миллион. Я подробно, но я не могу иначе. Купили люди миллион саженцев. Они весь миллион посадят с искалеченными корнями. Причем соотношение выкормления кроны могут выкормить десятую часть кроны. Но если уж совсем хорошо, 50% кроны. Но вторую половину кроны надо убирать. Если посадили целиком, все, дерево на всю жизнь больное. И начинается их жрать все. Первая тля. У нее крылья. Вы от нее не спасетесь. Есть муравьи, нет муравьев, дерево будет закручено этими же самыми. Я видел, как деревья погибают от тли. Догадайтесь, почему? Корней с гулькин нос, а крона 10 раз по отношению, сколько может выкормить корм, 10 раз больше. Надо оставить десятую часть, вот столечко, отрезать, и глядишь, несколько почек пойдет, и может быть даже со временем разовьется. Но когда оставляют всю крону, и она еще здорово не погибла, оставили полностью нетронутую, все, есть муравьи, нет муравьев, вы обречены. Вот, так что вы заранее с вами 300 этими не пугайтесь, что у вас, если нет жратвы, никаким нет у вас 300 муравейников, им кушать нечего. Они плотоядные, это вы на они, это, собаку кормить не будете, так же и они. А у них то же самое, этот, как у собак, они плотоядные. Идем дальше. Так, было бы больше, если бы рассаживал и ухаживал, а так оставил на самовыживание без пересадки. Но это вы продолжаете эту же тему. Так, Глазвин. Здравствуйте. А китайские сливы красно-синие, красно-желтые созревают зимой при большом уровне снега. И нужно их откапывать. Они очень сильные. Вот мои китайки, любые. Еще есть красно-розовые, еще есть уссурийки. Уссурийки – это разновидность китаек. Китай большой, все, что шло на север, это китайки. А там дальше уссурийский край, уссурийки, ну и пошло-поехало. Вот. И их много. И тогда получается так.
Они все из, ну, назовем это, вот у нас два океана есть, так? Атлантический, откуда идет, он очень серьезный, так как он идет так, вращение Земли идет навстречу ему. А так как он идет навстречу, вот эти показываю, то тучи далеко заходят. Вот сюда крутится Земля так, а тучи с Атлантического океана вот так. И доходит до Красноярска и до Иркутска, и иногда редко-редко, и вот Алтайск, этот самый, Якутия. Якутия это как центр, потому что с другой стороны Тихий океан, и тоже не замерзающий, и тоже натягивает, а с него эти, я уже забыл, чем отличается, в школе проходили, муссоны от пассатов, натягивает, но уже в несколько раз короче путь, потому что он вместе с землей двигается. Не навстречу, где быстрее, а землей. Но доходит недалеко. До того же до того же Якутии. А на этом несколько раз ближе. И получается так, что по пути осадки, 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 осадки. И эти осадки очень сильно мешают. Но именно их выдерживают именно китайские сливы. Я их просто называю китайки. Так, идем дальше. Так, Снегирев, доброе время суток. Семен, Алтай, персики. Кстати, лучше на оттепели реагируют. Не просыпаются, совершенно верно. Весной при накрытии их непрозрачным материалом рано не проснутся и спокойно проскочит утратный зад. Ну, когда накрываешь, конечно, проскочит. Знаете, для меня к одно время образцом были те самые формы, которые придумал искусственное укрытие наш друг Чернобаев. Вот. Я их показывал не раз. Я их назвал чум-термос. Ну, форма чума. Саженец достаточно мощный. Персиков моих. В его саду мои персики обматывался вот так вот. На высоте 2,5 метра. Потом, значит, одевался на него скелет, этот самый, и металлический скелет. Потом скелет обтягивался, ну там, акрилом, чем уже, вообще не помню, какими там материалами, тканевыми, не тканевыми. И получался, что у него получались предельные урожаи. Я помню, первый урожай 5-летнего двух персиков, каждый из них дал по 1000 косточек. Ой, косточки это у железного в голове, понятно. Это по Фрейду. 1000 плодов каждый. Но мелких, вот таких вот. На 5-й год. А почему предельный урожай? А почему так много? А почему не замерзли? Я назвал его сооружение. Искать его. Ну, вы знаете, время уже столько, что, наверное, уже искать я не буду. Я назвал его чум-термос. Чум, понятно, форма чума. Вот, там жить можно, если его побольше сделать, такое сооружение. А термос, потому что когда получилось так, что начинается оттепель, пока снаружи оттепель, а он еще спит, термос сохраняется еще минус, потом оттепель сменилась, бах, морозами, а вот там это без него минус, то есть они не проснулись. И так оттепель, потом минус, оттепель, минус. И приходит май, снимает это все, засвели позади, кстати, позади все эти заморозки, и он с каждого из двух первых два было, это как бы сказать, пример наглядный, как бы хрестоматийный. Два персика, огромный урожай, по 1000 штук, вот таких вот, все равно мелочь приятно. Вот, мелкие, но много. Ну, вы же помните, раков продавали по 5 рублей, вот. Значит, ну дорого, а по 3 рубля дешево, но мелких. Вот так и получилось. Ну это шутка. Идем дальше. Так, значит, еще раз, уссурийская слива при большом снеге не выпрямает. Вот, Александр Смотритель. Доброго времени, мира, добра. Да, Снегирев, Снегирев. Так. Ага, ну я отвлекся. Значит, это проходили. Семен Алтай, я фактически вам ответил про
рано проснулся, спокойно проскочит персики, именно персики. Все, мы поговорили, мы друга поняли. Пришли саженцы сада Урала. Были вроде красивые, проснувшихся посадил. На сегодня больше все смертва. Вы, это, гражданин Семен, вы меня плохо слышали. Я с ними уже доходила, досудебная была уже эта самая разборка. Шесть рекордсмены, шесть у меня украли этих самых красивых фотографий. Нашли кого покупать. СВГ, ну, да, то, что живо, это, извините, не сад. СВГ, Рябина, Жимов, Скоржовник. Больше с этим дело иметь не буду. Ой, пока каждый не это, не наткнется, к сожалению, хозяйка мертва, царствие небесное. Обычно деградирует быстро, когда нет хозяев. Я уже не буду ни говорить ее фамилию. Вот. Трясы, говорю, откуда дровишки, откуда саженцы? Ну, где ваш питомник? Нет, где ваша маточница? Ну, у других где? В Сибири где? Ну, в Урале. Ага, сейчас. Вот. Самые красивые фотографии шественник мои. Где? Сказать где? Есть такая фраза, вот, матерная. Сказать где? Все, мы закончили. Вот, разговор закончен. Будем надеяться, что все-таки задним числом посмотрят его потом многие. Еще раз справлюсь и без вас, и с беременностью, эта же девочка, и еще с десятками случаев. Кого-то одену, кого-то обую, по-настоящему, не образно говоря. Вот, кому-то на лекарства деньги найду. Заказывайте мои косточки. Это же в ваших интересах, я вот этого понять не могу, почему так плохо. Тем более лето специально. Первое лето, когда я продаю, да, с скидкой почти 50%. Первое лето, ведь раньше летом ни одно не продавал. Были жировые запасы, сейчас их нету. Все большим людям нужна помощь, они больше никогда не получат нигде. Вот так мир устроен, никогда, нигде, если только косточек не купить. Вот, и таких не один десяток. Вот. Я не с протянутой рукой. Покупайте косточки. Вот. Заказывайте по WhatsApp мой каталог, а там все написано. Ну что, друзья, будем прощаться. До свидания. Я доволен тем, что я хотя бы это говорю то, чего ни один человек на планете больше не скажет. Нету таких знаний и такого опыта ни у кого. В северной половине планеты нету. А южная половина, это карликовые подвои, подлинники для севера. Вот и все. До свидания.